Приветствую вас, и давайте попробуем разобраться с тем, что произошло в вашей ситуации и почему так получилось, что мужчина после такого вот длительного, я бы даже сказал, интенсивного проявления внимания к вам внезапно, вдруг охладел и перестал проявлять к вам какие-либо эмоции, кроме деловых и формальных. Исходя из того, что вы написали, а написали, в принципе, вы немного, ну, полагаю, связано с тем, что больше и писать-то особо нечего, значит, можно сделать такой вывод, что у мужчины была к вам страсть. То есть на какой-то момент он думал, серьезно полагал, что вы та женщина, которая, ну, ему нравится, которая его интересует, которая отвечает всем требованиям, которые у него были и есть, наверное, с ним. И когда вы общались с мужчиной, он действительно считал, что так оно и есть. Но по истечению времени, когда вы перестали активно взаимодействовать, мужчина почувствовал, что, вообще говоря, не так уж сильно вы ему и нравитесь. То есть, по сути, здесь произошла такая ситуация, что пока вы видели с ним, симпатия была, только видеться вы перестали, симпатия сразу прошла. И это говорит лишь о том, что мужчина испытывал к вам, ну, как минимум, знаете, что-то не очень серьезное. Может быть, для него это было увлечением, может быть, это было для него просто каким-то времяпровождением, но факт тот, что после этого, после того, как вы расстались, вы перестали взаимодействовать, больше вы его не интересовали. И это лишь означает то, что его симпатия к вам была недостаточно такой сильной, недостаточно настоящей, может быть, недостаточно глубокой. Вы нравились ему, но нравились не сильно. И в результате произошло то, что произошло. А можно говорить о том, что мужчина сам верил, и верил искренне в то, что его чувства к вам действительно сильны и настоящие. Но, вне зависимости от того, возможно ли у вас будущее или нет, вне зависимости от того, чего он от вас ожидал, видимо, тяга к вам была не настолько сильной, чтобы после бизнес-тренинга поддерживать с вами связь. Так бывает, когда людей связывает что-то общее, когда людей, знаете как,
сталкивает, я бы сказал, какие-то вот совместные занятия, какие-то совместные дела, деятельность. Кажется, что человек тебе нравится, кажется, что человек привлекает. Потому что он находится в контексте этой деятельности, он находится в определенных ситуациях. Но потом она заканчивается, я имею в виду, ситуация заканчивается. Человек из нее выходит, становится, ну, скажем так, другим. И, соответственно, по-другому все начинает восприниматься. Это следует понимать так, что мужчина видел вас одной, когда вы были на бизнес-тренинге, и стал видеть вас другой, когда вы начали общаться с ним, ну вот, по делу. И, возможно, он начал видеть вас другой, уже когда вы перестали общаться с ним. То есть, да, здесь однозначно есть синдром необратных надежд. Но видите ли, чтобы на что-то рассчитывать всегда, нужно что-то делать. Если не делать ничего, то и рассчитывать не на что. Я надеюсь, вы это понимаете. И если мужчина даже переживает сейчас или пережил синдром неоправданных надежд, то возникает вопрос, а что он сделал, чтобы эти надежды были реализованными? Ничего, по сути дела. И тогда можно говорить о том, что мужчина просто-напросто изначально, наверное, не собирался с вами строить серьезных отношений. Ему нужно было, возможно, проводить время с вами, ему, возможно, было приятно с вами общаться. Возможно, он рассчитывал, что после того, как вы проведете один из бизнес-таких дней, из дней обучения, вы пригласите его куда-то и так далее, но этого не случилось. И почему-то мужчина посчитал для себя это сигналом к тому, что отношения ничего не принесут. Это его право, это его выбор. Вы можете лишь судить по его поступкам. Поступки говорят, что он не готов за вас бороться. Он не готов стремиться к тому, чтобы быть с вами. Чем это обусловлено? Чем вызвано такое его поведение? Можно только гадать, потому что это может быть и личная неуверенность в себе. Это может быть и негативный опыт предыдущих отношений. Это может быть что угодно. Но факт остается фактом, что мужчина не хочет что-то для вас делать. Это его выбор и ваш выбор жить дальше. Отвечая на вопрос, бывает ли так, что сильная симпатия за неделю испарилась бесследно? Да, бывает. Симпатия, если это именно симпатия, то есть в узком смысле увлеченность другим человеком, исчезает, как только пропадает из поля регулярного зрения объект этой симпатии. Такое бывает, если нет взаимодействия на более глубинном уровне, на более эмоциональном уровне, то есть, по сути, на более высоком. Такое бывает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.